У меня это хорошо получается. Каждый ли может сказать так о своей профессиональной деятельности? Для настоящего педагога это не просто слова, правила самого начала работы в образовательном учреждении. Ведь быть учителем не просто профессия, это призвание. Так, молодым педагогам, которые только начинают передавать свои знания ученикам, предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки в течение 3 дней. В Щелкове стартовал конкурс «Педагогический дебют». В конкурсе «Педагогический дебют» участвуют 12 молодых педагогов. Сегодня самый ответственный и волнительный этап. Им нужно показать свои умения. Первый этап – презентация, визитная карточка. Здесь участникам нужно заявить о себе, а это учителя из разных образовательных учреждений городского округа Щелково, чей стаж работы не превышает 3 лет. Алина Ломакина, учитель истории и литературы, в профессиональном конкурсе участвует впервые. Признается, это интересно, но и волнение присутствует, тем более, что первый его этап проходит в стенах учреждения, где работает педагог, в Щелковской гимназии. Нужно держаться на высоте. Волнение. Но я думаю, что все наши выступления, все подготовлено от души, а в нашей профессии это очень важно. Поэтому надеюсь, что вот это нам придаст сил, так сказать, для нашего выступления. Несмотря на то, что они только начинают свою педагогическую деятельность, участники конкурса уверенно отвечают на вопросы жюри, обращают внимание на различные методы и технологии в своей деятельности, сочетают современный взгляд на педагогический процесс и традиции отечественного образования. Далее мы с вами во время урока узнаем, что такое Российская Федерация. Этот конкурс даст вам возможность заявить о себе, показать свои достижения и заинтересованность в педагогической профессии. Впереди участников ожидает проведение открытых уроков, причем не в своих классах, а в незнакомых им учреждениях. Последним этапом станут публичные выступления, где педагогам предстоит поднять ту или иную проблему и предложить ее решение. Работу же оценивает компетентное и профессиональное жюри. В составе руководители муниципальной отрасли образования и опытные педагоги. Они определят лучших. Победитель конкурса представит муниципалитет уже на областном уровне. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.